Зачем мы отмечаем годовщину ее убийства? 15 лет назад, в разгар чумы, едва не погубившей Дану, наемный убийца напал на дворец, где я родилась, и убил маму. В борьбе за власть те, кто подослал убийцу, пытались сделать меня пешкой в своей игре. И преуспели бы в этом, но мой отец, Корво Атана, выследил их и уничтожил их заговор. Была бы моя мать довольна мной теперь, через столько лет. Теперь начался новый кризис. Чудовище, которое газеты прозвали королевским убийцей, убивает моих врагов так, будто за этим стоим мы с отцом. И я не знаю, сесть мне на корабль, чтобы уплыть на край света, или казнить всех приближенных. Ваше Величество. Мне уже не нравится эта церемония. Ваш перстень. Все, вы готовы. Спасибо, Алексей. Открывай двери. Ее Императорское Величество Эмили Колдуин. Мои верные подданные. Сегодня мы собрались, чтобы почтить память моей матери, Джессамины Колдуин. Доживет ее имя сквозь века. Эмили. У тебя усталый вид, отец. Каждый год надеюсь, что в следующий день памяти Джессамины будет полегче, но нет. Вот бы мама была на троне. Я скверная императрица. Ты учишься. Не думай о провокаторах. И мы поймаем королевского убийцу, рано или поздно. Люди говорят, это ты, что эти убийства – отчаянная попытка защитить меня. Нет, кто-то убирает твоих врагов, чтобы свалить вину на нас. Вот бы сбежать от всего этого. Ты же не сидишь в заперти? Думаешь, я не знаю о твоих прогулках по крышам? Держись, скоро все закончится. Защитник короны и отец. Давно уже пора было запретить совмещать эти титулы. Ваше Величество, прежде чем начнется церемония, у нас неожиданный гость. Герцог Серконоса. Рамзи говорит, у герцога особый подарок. Любопытно. Светлость Лука Абеля, герцог Серконоса. Механические солдаты? Как странно. В чем дело, Рамзи? Я таких не допускал. Ваше Императорское Величество, и вы, защитник короны Корватана, уроженец нашей Родины, Серконос приносит вам соболезнования и дары, что напомнят вам о нашей земле. Восходящей звезде южных небес. Мы благодарим вас, герцог. Не спешите, ваше величество. Вас ждет величайший дар. Семья. Знакомьтесь, это пропавшая сестра Джессамины, законная императрица Далила Колдуин. Не может быть. У моей мамы была сестра? Моя дражайшая племянница. Это ложь. Мой отец. Император Эйхорн Якоб Колдуин, а Джессамина – моя младшая сестра. Когда она умерла, я была не готова заявить о себе, и мне пришлось покинуть Данул. Теперь я вернулась домой. Если вы и правда сестра моей матери, гостите здесь сколько пожелаете. Бедный мой воробушек, я пришла освободить тебя от гнета короны. Отец обещал мне трон много лет назад, и вот... Я здесь. Повежливей. Эмили Колдуин, дочь императрицы Джессамины Колдуин. Защитник корон. Пора тебе ответить за все убийства. Жизнь в моем дворце защищала тебя до сей поры. Услышьте все.
Ваша законная императрица вернулась. Слава императрице Далиле! Далиле Первой! Арестуйте Эмили Колдуин и ее отца за преступление королевского убийцы! Что? Я запру леди Эмили в ее покое, затем отправлю письмо Колдуинску сюда. Мой отец спустил все, когда я был мальчишкой, поэтому я ношу эту форму и отправляю сопляков на патрули, вместо того, чтобы пить в стрелковом клубе. Капитан, я слышала крики! Леди Эмили, в чем дело? Больно, капитан Мэйхью. Нет! Вот значит игрушка защитника корон. Кому нужен складной меч? Говорят, что у вас в покоях есть что-то вроде сокровищницы. А золота там столько, что хватит купить весь остров. Говорят, что кольцо — один из двух ключей от нее. Что? Что случилось, Алексей? Тронный зал. Отец! Одна я не справлюсь. Надо выбираться. Сэр, сколько времени нужно Рамзи? Не торопитесь, капрал. Рамзи знает, что делает, в конце концов. Наверное, не стоит спешить. Надо укрыться где-нибудь. Мне нужно подумать. Не торопиться занять трон. Эти ублюдки заодно с Рамзи и герцогом Сирконоса. Йосия Яма. Подумать только. Иногда я даже скучаю по тем временам. Второй раз я вижу этот горизонт. Такое чувство, словно все изменилось. Thank you.
Далила какая-то ведьма. Но как это возможно? Леди Эмили, вы в порядке? Где защитник короны? Это переворот. Мой отец, коротко говоря, он в заточении. Бегите из башни через сокровищницу. Сегодня в доках одна дама, капитан корабля, искала защитника короны. Найдите ее и бегите из Дануола. Алекси, прости меня. Прощай. Это откроет только мой перстень, а он у Рамзи. Мне нужен мой перстень. Предатели. Выходы из тронного зала перекрыты, значит, нам можно не торопиться. Будьте здесь, останавливайте всех, кто придет. Я обыщу королевские покои и сразу вернусь, если, конечно, не застряну в проклятой сокровищнице. Если вернутся люди герцога, мы вас прикроем. Ох, вот так дела. Все меняется. О, да, восстанавливается естественный порядок вещей. Вы знали, что Рамзи некогда принимали у себя короля и королеву Марли? В детстве я играл с батинцами и бойлами. Мы были сливками общества. И скоро вы вернетесь в высший свет, капитан. Семья Рамзи утратила положение в обществе, и, похоже, его это обозлило. Но почему он винит во всем этом меня? Так или иначе, Рамзи опасен. Нужно вывести его из игры. Предатель, это тебе за отца. Больше не буду с ним расставаться.
Этот замок сделал Антон Соколов. После крысиной чумы я провела здесь столько ночей. Может пригодиться. Боюсь, они мне понадобятся. Даже если я вынесу отсюда все эти запасы, Далилу они не победят. Надо укрыться и понять, что происходит. Мне нужно добраться до доков. Надо выбираться из Данола. Далила превратила отца в камень, но я узнаю, как снять ее чары. Ну кто я такой? Носок без ноги. Вот так. Ты недостоин носить форму стража. В городе полно людей герцога. Мне нужен корабль. Капрал Мур проверил королевские покои. Эмили Колдуин, похоже, сбежала. Ее нужно найти. Приказ ясен. Разойтись, все на поиски. Мы теперь служим герцогу Сирконоса и будем с ним до конца. Обратного пути нет. Надо отлить. Бывшая императрица Эмили Колдуин обвиняется в государственной измене. Те, кто укрывают ее, также повинны в измене. Кажется, здесь кто-то был. На всякий случай надо осмотреться. Это Эмили Колдуин! Сейчас буду! Нужна помощь! Что? Проклятие на мою голову!
Да ну! Вот сука, да где она? Что? Еще одна жертва? Клянусь, я тебя найду. Зараза! Жители Данула, с сегодняшнего дня Далила Колдуин стала нашей новой императрицей. Слава Далиле Первой! Бывшая императрица Эмили Колдуин объявлена в розыск как изменница! За укрывательство Эмили Колдуин полагается штраф и арест. Жители Данула, оставайтесь в своих домах! Не выходите на улицу, пока... Что? Тут что, твои пропали? Оставьте меня в покое, пожалуйста. Надеюсь, мой дом не затвердит. Что? Нужно убираться отсюда. Поговорю с капитаном этого корабля. Дорога перекрыта по приказу городской стражи. Перекрыта? И что вы мне предлагаете делать? Это меня не... Кто-нибудь, помогите! Человек уплыл! На помощь! На помощь! Оставьте меня в покое! Там точно кто-то есть. Я тут... Никуда ты не денешься! Нет! Сука! Нет! Здесь чем-то смердит. А я вам не могу. Что?